где-то. Ну что ж ты будешь делать? Ну вот нет больше сил терпеть нашу королеву Марту. После смерти короля эта мямля, ее капризная дочка, довели королевство до бедности и разорения. Но не умеют они править. Вот если бы я стала королевой, а? Я же вот быстро бы навела порядок. Я ж никому бы спуску не давала. Все бы служили своей королеве, и все были бы довольны. Но разве это плохо? Только для этого мне нужно чудо, которое можно совершить с помощью старого огнива. Только оно вот лежит на дне колодца, а достать я его не могу. Для этого мне нужен человек с добрым сердцем, чистыми помыслами и светлой душой. Вот и хожу сюда каждый раз, а вось кто-нибудь встретится. Ой. Ну, наконец-то хоть кто-то появился! Вдоль по дороге, вдоль по дороге, вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и брызг сапоги. Нет, надо бы проверить, подойдет он для моего дела или опять все зря. Возьму-ка и спрячусь и проверю. Вот сколько я сегодня прошел, а конца дороги все нет. Так, надо сделать привал, заодно воды из колодца выпить. С утра-то у меня еще во рту и крошки не бывало. Сейчас бы обеда солдатского, да пирожков домашних. Только где их взять? Вот раздобыть бы деньжат. Да я разве что как воевать больше ничего не умею. Вообще! Тетушка мирных людей пугает. Ой, здравствуй, солдатик. Да я никого не пугаю. Мне бы, знаешь, одно дело сделать, так я, может быть, королевой стану и корону себе надену. Это что ж такое за дело, что королеву достать можно, а? Ну, это я пока тебе рассказать не могу. А ты куда идешь-то, солдатик, а? Да иду, куда глаза глядят. Иду, песню пою. Ну, песня-то веселее, чем пушечная пальба-то. Ты, значит, с войны отслужил? Так точно. Ой, как хорошо, что жив остался. Солдатик, а не хочешь отведать моих пирожков? Я тебя угостить могу. Ой, тетушка, это я с удовольствием угощусь, спасибо. Ой, а я недорого продам. А что, у тебя денег нет? Да мелких нет, тетушка. А крупных отродясь не бывало. Так я с деньгами тебе могу помочь. А, тетушка, так же, как с пирожками? А? Нет, спасибо. Солдатик, сделаешь одно дело, и золото себе раздобудешь, и корзину пирожков я тебе отдам. А? Нет, тетушка. Спасибо тебе на добром слове.
или нет? Тёшка, я, конечно, хвастать не буду. Угу. Но вообще-то я герой. Да вот случай был. Иду я по дороге, кругом лес. И мне навстречу разбойники. Ой. Я выкатываю свою пушечку. Прямой наводкой. Бабах! На разбойники вдребезги. Ну тогда для тебя это дело пустяковое. Полезай в колодец, там на дне горы золота и серебра. Все деньги заберешь себе, а мне принеси только мое старое огниво. Старое огниво? А на что оно тебе, тетушка? Так оно ж дорого мне, как память. Его бабушка моя случайно выронила. Мне-то самой не достать. А ты-то, ну смотри, какой ты бравый солдат. Для тебя это дело пустяковое. Тетушка, так не видно ж ничего. Не, я и на войне уже побывал, и в грязи, и в воде. Не полезно. Да колодец-то старый, заброшенный, без воды. А будешь меня слушаться, выйдешь сухим из воды. И столько золота добудешь, хоть на принцессе женись. О? Нет, ну, ради принцессы-то можно попробовать. Да, здесь вот веревка лежит. Будет легко спуститься тебе и подняться. Солдатик, давай я тебя перевяжу. Давай, тетушка. Больно? Тёшка, ну не видать вот тут ничего. Да залезай уже, солдатик, там на дне светлее. Доброе дело для тетушки сделаешь и себе жизнь устроишь, солдатик. А? Эх, ну где наша не пропадала? Молодец. А я тебе помогу. Так, тетушка. Ну, готов?
тебя, а то мне тяжело. Ну, давай, тетушка, ладно. Давай, привязывай. Только тебя не обмани. Да нет, я добрая тетушка, очень добрая. Я хорошо, а? Так. Тащи, тетушка. Господи, что ж ты золото столько-то понабрал? Ну чего там, тетушка? Да сейчас, сейчас. Тетушка. Так, держи веревку, солдатик. Так. Готов? Всегда готов, тетушка. Тащи. Ну, поехали. Так. Сейчас, солдатик. Ты только огниво не урони. Ой, солдатик, ты давай сначала передай мне огниво, ну, чтоб ты его случайно не выронил. А ты, тетушка, сначала скажи, зачем оно тебе? А не золото и серебро. Не задумала ли ты чего, а? Это мое огниво. Ты мое огниво отдай его мне! Держись же, солдатик, держись! Так. Да что же тут? Солдатик. Чего? Нет, тетушка, ты мне скажи, зачем оно тебе? А я тебе его отдам потом. Не твое дело, деревенщина. Ты за это деньги получил. А это мое огниво. Отдай его мне. Нет, тетушка, ты скажи сначала. Так, если ты сейчас же не отдашь мне мое огниво, вот, останешься без денег. Ух ты, ведьма, старая. Ты что, угрожать мне вздумал? Я тебя сейчас саблей припугну. Ау! А ну, иди сюда. Да пропади ты пропадом! Оставайся нищим солдатом! Иди! Вот обманула все-таки, а? Ответь, вода. И недолго-то я побыл богатым. Ау! Это! Интересно бы узнать, кто это там, кого ищет. Так, надо бы спрятаться, да все наведать. Фу! Да заодно пирожками подкреплюсь. Вот здесь вот, кажется, были слышны голоса. Да. Ау! Эльза! Нет, нет никого. Ау! Ау! Ну, я уже поллеза обошла, и помочь-то мне некому. Здравствуйте! Ты кто будешь такой? Я просто солдат. А, солдат! Мне нужна твоя помощь. Ты девочку такую маленькую не видал вот здесь? Ау! Эльза. Да нет, не видал. Один я тут. Вот пирожки ем. Вы угощайтесь. Спасибо. Мне нужна будет твоя помощь. Да что за день ты что ли такой-то, а? Как бы второй раз-то в просак не попасть с этой помощью. Ты почему со мной так разговариваешь? Ты говоришь с ее величеством королевой Мартой? Ваше Величество! Да. Извините, я не знал, что вы королева. Ваше Величество, разрешите спросить, а что вы здесь делаете и чем я могу вам помочь? Я ищу здесь свою дочь. Она гуляет здесь по лесу. И я тебе приказываю ее найти. Слушаюсь.
Вы знаете, я бравый солдат. Иду с войны. Вот. И как военный человек я должен подойти к этому делу со всей серьезностью. Значит так, Ваше Величество, чтобы понять, где может быть принцесса, надо понять, куда и зачем она могла пойти. А чтобы понять, куда и зачем она могла пойти, нужно выяснить, чем она руководствовалась в этот момент. А чтобы выяснить, чем она руководствовалась в этот момент, надо же понять... А солдат, прекрати, пожалуйста, рассуждать и просто помоги найти мне. Ваше Величество, ну вы не перебивайте меня! То есть я хотел сказать, Ваше Величество, если вы хотите, чтобы я помог вам отыскать принцессу в этом глухом лесу, нужно подойти к этому делу с военной точки зрения. Скажите, куда пошла принцесса? Ну, она пошла подышать свежим воздухом. Одна? И что ж вы ее отпустили? Ну, она не спрашивает моего разрешения, дерзкая девчонка. Понятно. Она же может быть где угодно. Ваше Величество. Отпустите меня. Ваше Величество. Не держите меня. Не держусь. Так вот, она может быть где угодно, и надо ее искать в разных направлениях. Да. Вы, Ваше Величество, вы идите. Вы идите в ту сторону. Непонятно. Вы, Ваше Величество, идите в ту сторону. Вы в ту, а я в эту. А, я поняла. Только вот поскорее, побыстрее найди мне ее. Хорошо. Ау! Эльза! Ой! Простите, а вы случайно не принцесса? Да-да, я принцесса. Вот именно, я принцесса. Так что тебе, солдат, положено стоять смирно и не задавать лишних вопросов, а то голова с плеч. Так точно. Мне показалось, что меня отсюда звала моя мама. А здесь никого нет. Так, может, вам стоит со мной поговорить? Вот еще новости. Буду я с каким-то солдатом разговаривать. Да. Вот и ищи после этого капризных принцесс. Что-что? Как ты меня обозвал? Капризная. Ну ты глупендяй. Чего? Да ты вообще-то должен быть мне благодарен, что ты сейчас со мной разговариваешь. Вот скажите мне, пожалуйста, а вот почему вы все время прячетесь, а? Вот может быть, вы кривая или косая? Я кривая или косая? Ну, держись. Ах, ты чухоблох. А ты мухомор? А ты мухомор? А ты поганка! А ты правда сушеный! Чего? А ты сыроежка! А ты мякотоколяка! А с тобой никто не дружит! Со мной все дружат! Да-да-да! Со мной все дружат, да! Вот сам посмотри! Да чего я там не видел? Ну чего? Девочка моя, где же ты?
что делать, а? Куда теперь идти? Вот в сердце больно, а на душе грустно. Так, надо разбить ночлег. Да, да хорошо бы костер разжечь. О, вот тут-то мне мое огниво-то и понадобится. Так, надо бы проверить, не оцарело ли оно. Меня. А ты кто такой-то? И как ты в колодце-то оказался? Я! Ничего, отвыкну. Я добрый волшебник. Злая ведьма Марта хотела владеть всем этим королевством, а я ей помешал. За это она меня превратила в собаку, чтоб я охранял все ее сокровища. И подчинялся владельцу огнива. Чего смотришь-то? Так, ты это, слушай, а как же так получилось-то? Вся ее колдовская сила в этом огниво. Она его давным-давно уронила в колодец и пыталась с помощью других людей достать. Но никак не выходила. Подвернулся ты, и теперь я подчиняюсь тебе. И вот когда выполню все твои желания, чтобы ты смог стать счастливым, я наконец-то стану свободным. Ай-ха! Так выходит, что огниво прелюбопытная вещица. Да. И с его помощью я могу... исполнить все свои желания. Да. Слушай, а поможешь мне увидеть принцессу? Легко. Слушай, а ну как-то вот так-то к ней являться нехорошо. Может, как-то приодеться? И это не проблема. Так. И деньжат раздобудь. Да проще просто. Слушай, и что, прям во дворец попадем? Да и когда угодно. А, подожди. Ну, но ведь принцесса, она же капризная. Ну, как полагается всем принцессам. Да, но она-то ведь не всегда такой была. Что значит не всегда? Она... Ну, чего ты молчишь? Это большая тайна. Тайна? Да. Но тебе, как моему спасителю, так и быть. Все расскажу. Только надо, чтобы мы остались вдвоем. Чтобы никто не подслушал. Эта история началась давным-давно. Когда принцессе было 10 лет. Она росла веселой, доброй девочкой. Но однажды ведьма Марта предсказала, что принцесса выйдет замуж за простого солдата. За простого солдата? Это значит, судьба сама меня сюда толкнула. Зря же дорожка меня привела к этому колодцу. Вот. Королю-то это не понравилось, и он запер принцессу в большой и высокой башне. И только сам король мог туда попасть, никто больше. А когда король умер, королеве надоело держать принцессу в башне. Она ее выпустила. И чтобы поправить все дела королевства, было решено выдать принцессу Ава замуж за богатого жениха. И с тех пор принцесса капризная, вредная, потому что королева за ней все время следит. Так вот в чем дело-то. Вот почему она капризная. А я хочу ее увидеть, ну, еще больше. Ну,
Я помогу тебе ее увидеть, только она рада-то не будет. Ну, она ж такая капризная. Да слушай, ну я ж ее люблю. Да? Эх, ладно. Но смотри, над чувствами людей даже я не властен. Ты ничего, они такие крепости брали. Ну, слушай, а как себя зовут-то? А то мы и не познакомились. Разрешите представиться? Отвыкнули. Добрый волшебник. Ганс. О, получилось. Очень приятно. Просто солдат. Ну что, Ганс, вперед к новым свершениям. Ничего. Самое главное, достали огниво из колодца. Ну, теперь я до него доберусь! Эх, Принцесса!
слух о твоей красоте достиг моего королевства. Я знаю, давай дальше. С тех пор я не могу ни есть, ни пить, ни спать. Я знаю, короче. Мое королевство маленькое, но оно есть на карте. Вот. Карта. А вот увеличительное стекло. Ух ты! Соловьи поют лучше всех. Спойте, соловушки. Здорово. А скажи, а из чего они сделаны? Настоящие. Тоже мне подарки. Угу. А знаешь что? Я за тебя замуж не пойду. Ну почему? Потому что ты, наверное, еще даже школу не закончил. Закончил на все пятерки. А все равно не пойду, ясно? Все. Ну что же мне делать? Я бы очень хотел заслужить или завоевать твою любовь. Ну ты что, так сильно в меня влюблен? Вот это да! А знаешь, ты бы мог сразиться на турнире и завоевать мою любовь, да? Вот только жалко, что их отменили. Ясно. 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 Доложите, жених принцессе.
Простите. А мы с вами нигде не встречались? А то вот что-то ваше лицо мне кажется знакомым. Ваше величество, ваше высочество, нетерпеливый жених! Ваше Высочество, вы извините, а где она? Да куда она делась? Ваше Высочество! Нет, ну я тоже, конечно, хорош. Вот так же нельзя с принцессами. Надо что-то придумать. Вдоль по дороге, вот я шагаю раз и два. Плевать, что дырки в камзоле и вдрызг сапоги, зато уцелела голова. Ать-два, ать-два, левый, ать-два, правый, вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк, ведь главное дело, что живой. Извините, я без разрешения услышал, что кто-то поет песню, и ноги сами меня сюда привели. Так это ничего. А ты кто такой? Я вот просто солдат, а ты? А я принц. И я решил навсегда остаться в этом королевстве. Здесь живет девушка, в которую я влюблен. И она самая прекрасная на свете. И ты должен это признать.
а то я вызову тебя на дуэль. Вот для тебя все что угодно. Но вот это признать не могу. Потому что самая лучшая девушка та, в которую я влюблен. Значит, дуэль? Ну, а в кого ты влюблен? Просто интересно. Я влюблен в принцессу. Вот здорово. И я в нее влюблен. Правда, она отвергла мою любовь. Мою тоже. Так это ничего. Теперь мы можем грустить вместе, а это гораздо веселее. Нет, я сдаваться не намерен. Выше и еще выше. Не понял? По лесу, на крышу. Для влюбленных там самое место. Луна, звезды, романтика. Люблю помечтать. А там, может, придумаю, как завоевать любовь принцессы. Ведь ночью лучше думается, и приходят самые светлые мысли. Так, а чего ж я сижу? Надо придумать, как завоевать любовь принцессы. Я уже здесь. Первый раз уснул как человек по-настоящему, а не как собака, свернувшись. Ой, ну я вас предупреждаю. То, что вы задумали, может обернуться печальными последствиями. Так, ты появился, чтобы мне перечить? Вот-вот, да-да-да, именно. Хотя у меня было к вам какое-то дело. Так. Ах, да! Я ж должен исполнять все ваши желания. О, слушай, а можешь исполнить настоящее чудо? Я все могу. Тогда сделай так, чтобы здесь сию секунду явилась... Принцесса? Да. Слушай, ты можешь бросить эту чепуху. Ну, зачем же сию секунду? Понимаете, что с моей помощью вы могли бы узнать много всего интересного. Так, а ну слезай. Погодите, учиться. Так вот, я говорю... С моей помощью... Вы могли бы узнать много всего интересного. Значит так, астрономию, астрофизику, математику, стать образованным человеком, профессионалом в своем деле, и тогда бы принцесса после всего этого, она бы... Да слушай, да не хочу я потом, я хочу сейчас. Ведь пока я буду обучаться, принцессу уже кто-нибудь умыкнет. Ну она ж такая противная. Ну да. Она ж такая... Она такая вредная, я не... Но я же ее люблю. Да. Ну, я вас предупреждал. Вас могут ждать большие разочарования. Так, Ганс, я ее люблю и хочу увидеть. Хорошо. Вы помогли мне. Я хотел отплатить вам добром, но вижу, ничего не получается. Начинаю. Начинай.
я тебя никогда не встречала. А твое лицо кажется мне знакомым. Ты мне, наверное, в каком-то другом сне приснился. Чего ты молчишь? Ты... Я просто не знаю, что сказать. Который час? Все, пора вставать уже, пора вставать, а, пора. Ой, эх ты. Я вас слушаю. Да ничего, нужная тревога. Огниво у вас нет для шуток. А это кто? Кто-кто? Это добрый волшебник. Ох, и строгий у вас этот добрый волшебник. Да он не всегда такой. А вы знаете, ой, вас подслушивают. А, это, наверное, первая придворная дама. Ага. Она всегда за мной ходит. Настоящая ведьма. Это вы в корень смотрите. А я ее сейчас... припугну. Не-не-не-не-не-не. Полагают, не лучший выход. Она меня даже во сне преследует. Да? Да. Ну, пускай она тогда прогуляется за стенами города. Ой, она выберется из любого места. Ага. Тик-т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 ик. А пускай тогда ее ветер покрутит, повертит и занесет туда, откуда и будет очень сложно выбраться. Начинаю. Отстаньте меня немедленно! Я буду жаловаться ее величеству! Ой. Я пойду досыпать! Самые романтичные прогулки ночью под звездами на крыше. Спасибо! Слушай, а хочешь прогуляться? Конечно, хочу. А ты гуляла когда-нибудь по крыше? Ни разу. Ну так пойдем? Пойдем. Веселым флагом на ветру не виться.
Трубу задрав, Герольд не протрубит. И мог бы поединок получиться, и самый бы достойный победил. Что же это делается в мире? Что же это сделало с людьми? Турниры отменили, турниры отменили, как будто нет на свете ни отваги, ни любви. Ой, какой был непростой день. Иди сюда. Солдату может понадобиться моя помощь, и это огниво. Thank you.
все равно выйдешь за меня замуж. Ну, я это решил. Ну, посмотрим. Мама! Ваше Величество! Заговор! Измена! Эльза? Эльза, что случилось? Мамочка! Мама! Вот он пробрался сюда ночью. Заговор в королевстве? Да. В тюрьму негодяя? Мамочка, вы заговорили. Да, но тут не заговоришь предательство в королевстве. А где Грета? Куда она все время девается? А она на крыше. Да какой крыше? Что вы мне все время ворочите голову? А вы не тот молодой человек, который сватался к моей дочери, и он еще был так щедр? Он самый влюблен в вашу дочь. Ай-яй-яй, молодой человек, ну как, и почему же вам не стыдно? Мамочка, мама, представляешь, он даже меня целовал не во сне, а по-настоящему. Мама! Мамочка! Ай-яй-яй, это очень нехорошо. Ну, я прощаю вас. Мама! А что у богатых свои причуды? Ваше Величество, вы что, вы с ума что ли сошли? Ваше Высочество, не говорите так с мамой. Ну, знаете, Ваше Величество, вот тут уже не до манер, когда решается твоя судьба. Молчать, дерзкая девчонка. Ты сегодня уже выйдешь за него замуж? А вот и не выйду. А я тебе говорю, я сейчас поговорю с ней. Не выйду за него замуж. А ты за него выйдешь, потому что мне не на что купить новые туфельки. Все равно не выйду. Значит так, посмотри на него. Он симпатичный. Мамочка, ну я вообще не хочу замуж. Молчать, сказала. Сегодня же выйдешь замуж за него. Нет, не выйду. А я умолкаю. А значит так. Да. Ну хорошо. Я выйду за него замуж. Но при одном условии. Так делают все порядочные принцессы. Я загадаю ему очень сложную загадку. И если он ее не отгадает, то ему отрубят голову. А я... Мама! Вы же у нас замолчали. А я согласен. Только ты знаешь, что тебе загадка не поможет. И ты все равно станешь моей женой. А вот и посмотрим. А вот и посмотрим. 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 Самую сложную загадать. Давай. Это легкая. Это тоже легкотня. Это легкотня. О! Я молча смотрю на всех. И смотрят все на меня. С веселыми я смеюсь, с печальными плачу я. Что это? Время пошло! Да, трудная загадка. Молодой человек, вы давайте там думайте, а я бы и вам сказала бы, ну я же не знаю ответа. Мамочка! А где ж моя огниво? Так, солдатская смекалка выручай. Я гляжу на всех... Эй, солдат! А? Ну, как дела? Нормально. Да вот только загадали мне загадку, а без огнива не могу отгадать. А не это ли огниво ты ищешь? Оно? А где ты его нашел? На крыше. Спасибо. Я уже здесь, успокойтесь, пожалуйста. Где вы? Здесь, рядом. Я вас не вижу. Я под столом. Ой. Так
Так вас там нет. Так я с другой стороны стала. Теперь я между королевой и принцессой. Что, нет, у меня не видите? Нет. Выходите на центр, я уже там. Ай, не наступайте мне на ногу, садите. О. Извините. Да-да, ничего-ничего. Поднимите, пожалуйста, правую ногу. Попрыгайте, пожалуйста, на левую. Теперь наклонитесь. Ниже. Да поставьте вторую ногу. Спасибо. Теперь ползите на звук. На какой? На мой, конечно же. Еще. Еще. Стоп. Приложите ухо к полу, я там. А правое или левое? Все равно какое. Правое. Еще пониже. Еще пониже. Постучите, пожалуйста. Готовы слушать ответ? Да. Это зеркало. Ага. Вы поняли, что вы молчите? Понял. Спасибо. Да не за что, все хорошо. Я на всех гляжу. Все глядят на меня. С веселыми я улыбаюсь, а дальше я забыл. Но это не важно. Зеркало. Это зеркало, правильно, мамочка. Мамочка, мамочка, но ведь это же совсем нечестно. Он же сам с собой разговаривал, он сумасшедший. А он просто влюблял. А влюблял дух свои искры чуды. Иди скорее, я тебя обниму. Взять. Мама. Иди ко мне. Мама. Давай. Ваше Величество, не обнимайте его. Да он никакой не богач, а простой солдат. И у него нет ни гроша. А ты чё? Ты что, солдат простой, что ли? Да, простой солдат. Что, денег нет у тебя? Ну, деньги-то были, но сплыли. Угу. А я придумала. А в тюрьму негодяя? Ну, знаете, ваше величество, да. Я вот просто так не дамся. Отрубите ему голову. Начинаю.
Слышим ее, величество. Ой, ну наконец-то отбил в моих руках. Теперь будет все, как я захочу. Я стану королевой, и вы все мне будете подчиняться. А да, и это мое обнима. Сейчас на блюдечке с голубой каемочкой. Это мое обнима, и оно принадлежит мне. Рёж, я тебя сейчас проучу. А когда я стану королевой, я вас всех посажу в тюрьму. А принцессу, эту длинную девчонку, я заставлю быть служанкой. Ах ты, ведьма, старая. Вот, вот, вот. О, так ты! Спасибо, друг. Спасибо. Начинаю. Прощай, солдат. Прощай, принц. Я ухожу. А куда ты собрался? Да, найду себе другую принцессу и влюблюсь в нее. А я тогда сделаю так, чтобы она вышла за тебя замуж. Ганс, мы ведь можем это сделать? Передавать желание третьим лицам строго воспрещается. О! Что? Ага. Но с другой стороны... Благодарю вас. Но это чудо должен сделать я сам. Ну, друг, как знаешь. Счастливой дороги. Вдоль по дороге, вдоль по дороге, вот и я шагаю раз и два. Ну что ж, пора и нам прощаться. Волшебник вам больше не нужен. Вы достигли всего, чего хотели. Да, я женюсь на принцессе. Да-да-да-да-да. А огниво, к сожалению, придется у вас забрать. Да? Пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо? А за что? Теперь вы счастливы? Да как-то не очень. А я вас предупреждал. Я говорил, что вас ждут большие разочарования. Ну да. Скажите, что же будет с ведьмой? О ней не беспокойтесь, она теперь долго здесь не появится. Прощайте. Прощайте. Навсегда. Очень добрый. А солдат-то
сильно влюблен в принцессу. Вы знаете, принцесса-то ведь тоже не такая вредная, как кажется. И она очень хочет полюбить солдата. Но я помогу им немного. Хотя основное они сделали уже сами. Осталось еще чуть-чуть. Грета! Грета! Ну куда? Она все время девается, и я не понимаю. Так, что? А, все, нет, нет. Все, пора давать власть чужие руки, мужские. Устала. А твой жених молодец. Мамочка, ну какой он мне жених? Да я ему глаза выцарапаю. Ой. Нет, лучше отравлю ему существование. А, правильно. Мужчин надо держать в крепких ежовых рукавицах, они так будут нас любить крепче. А тогда я ему буду в суп сыпать сахар, а в кофе буду сыпать ему соль. Правильно. И на стул буду кнопки подкладывать. Правильно. Вот так вот. Ой, зять, а почему ты опять в лохмотье? На то у меня свои причины, Ваше Величество. А, хорошо. А, значит, забирай все дела в бухгалтерию. Ваше Величество, позвольте переговорить с принцессой наедине. Хорошо. Бери власти и бери братья. Ваше Величество. Поняла. Я ухожу. Ну и зачем ты пришел? Ты что, не мог до свадьбы подождать? А свадьбы не будет. Я пришел попрощаться. То есть как свадьбы не будет? А почему? Ну, понимаешь, у меня было много денег. Волшебное огниво, а счастья не было, потому что ты меня не любишь. А без этого и свадьба не свадьба, да и жизнь не жизнь. Ну и куда же ты теперь пойдешь? Да дорог на свете много. Мне сгодится любая. Ну и замечательно. Просто прекрасно. Я ни капельки не расстроена. И плакать я не буду. Ну чего ты стоишь? Уходи. А на прощание я тебя поцелую. Да я тебе сейчас так поцелую. Сейчас так тебе поцелую. Сейчас так поцелую. Thank you.
дороге. Вновь я шагаю не спеша. Плевать, что дырки в камзоле и трыск в сапоги. И нету в кармане ни гроша. Ать-два, ать-два левый, ать-два правый. Вдоль по дороге столбовой. А то, что ветер в карманах, так это пустяк. Ведь главное дело, что живой. Стой! Стой, солдат! Стой! Ты забыл со мной попрощаться. Ты только за этим пришла? Нет, не только. Я должна тебе рассказать. Знаешь, когда король запер меня в высокой башне, я очень обиделась, я очень много плакала и пообещала себе, что я буду вредной, капризной и никогда не выйду замуж. И все так и было. Но когда ты меня поцеловал, я вдруг почувствовала, как это прекрасно любить весь мир. И теперь я от тебя никогда никуда не уйду. Так это не сон? Это правда? Прям как в сказке. Ты мое счастье. Эй! Все сюда! Сбылся мой сказочный сон! Моя мечта осуществилась! Принцесса! Выйдет за меня замуж. Я встретила своего любимого солдата, а мое сердце вновь стало добрым и отзывчивым. Но ведь сказка — это одно. А жизнь — это совсем другое. Правда? К сожалению, правда. Но ведь для того и существуют сказки, чтобы помогать верить во все прекрасное и чудесное. Но в жизни чудес гораздо больше. И каждый из нас может быть волшебником и творить чудеса, когда его сердце любит весь мир и каждого человека в отдельности. А эта сказка закончена. Вот и все.